Доброе утро, друзья. У нас в гостях фотограф Мария Злобина. Это значит, что сегодня мы узнаем много секретов о том, как сделать классные фотографии и как, как говорится, обновить свои социальные сети, порадовать подписчиков новыми кадрами. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Как настроение? Огонь. Это самое главное, что с утра настроение огонь. Кажется, у фотографа такое должно быть всегда, да? Потому что ему всегда приходится быть. Да, согласна. Зажигалочкой такой, да? Зажигалочкой. В глазах искринка должна быть. Ну, то есть вы же заряжаете всех тех людей, которые фотографируете в первую очередь? В первую очередь, наверное, да, соглашусь. Хорошо, расскажите, пожалуйста, как вообще в вашу жизнь пришла фотография? Тут есть три причины. Да. Все три называются? Первая причина – это… Это… Первая причина – мне нравится, что это готовый продукт. Мне нравится, что можно фотографию распечатать, хоть на баннере на большом, хоть на небольшой фотобумаге 9×13 размера, хоть на футболку, хоть на кружку, везде. То есть ее можно ощутить, потрогать, и, посмотрев на нее, можно вспомнить те моменты, те эмоции, которые ощущал человек именно в этот момент. Это первая причина. Первая причина – это память и тактильность. Да, память и тактильность. Второй момент – это, конечно, с детством связано. Мой папа очень увлекался фотографией. Это классическая съемка, черно-белые цвета. И когда он проявлял фотографии, у нас не было своего места, где бы он это делал. Это у нас была ванна. То у многих было такое. Даже у моего папы был вот этот чемодан, где он... Да. С этими баночками, с ванночками, фотобумагой, где это все проявлялось. Меня в эту комнату не пускали. Я смотрела только из-за угла, что там происходит, и меня почему-то манило этот красный цвет. Там же красная лампа, которая, с помощью которой идет проявление. Вот. И вот как-то у меня это... Такая своеобразная магия, да? Да, своеобразная магия. Мне казалось, что это какое-то волшебство там творится. И когда папа нам показывал, там меня с мамой где-то они ездили, путешествовали, фотографировали, для меня это стало интересным. Ну и третий момент с рождением дочки. Я каждый момент, каждый шажок. У нас, не поверите, 5 альбомов распечатанных фотографий. Только, да, 5 лет, то есть я год ее фотографировала, потом в один день приходила печатать на меня с такими глазами. Нет, пожалуйста, 13 тысяч фотографий. Да, все правильно. Вот, то есть только после, как у нас, 5 годиков ей исполнилось, я потом подумала, наверное, я буду хранить все это электронно, потому что у нас отдельный есть шкаф, где все это хранится. И я потом подумала, почему бы не перейти и не фотографировать своих знакомых, родственников, вот, кого-то уже других людей, не из своего круга, то есть расширять кругозор. Но потом пошли кошечки, собачки, цветочки, пейзажи, природа и все остальное. И как-то так вот все сложилось воедино. И в какой-то момент я увидела рекламу о том, что у нас в Кирове есть фотошкола. Я пошла обучение, было интересно, потому что я общалась с такими же людьми с горящими глазами, которые любят фотографию. Вот, было просто безумно интересное время, мы до сих пор поддерживаем связь, до сих пор общаемся, с кем-то коллаборируемся, снимаем свои проекты, фотопроекты. Я знаю, что у вас есть несколько фотопроектов, а чаще всего о чем они, вообще для чего фотографу нужен фотопроект? Знаете, фотография – это тот инструмент, с помощью которого фотограф может донести свою мысль до, например, окружения. Она может быть разная. Она может быть злободневной, прям такой социальной, может быть даже политической, у всех свое разное, может быть в пользу защиты животных, да, в пользу защиты мира от загрязнения, например, пластиковые бутылки, пакеты и все остальное. У всех все как бы разное. Чаще всего я снимаю, конечно, людей и девушек, у меня женские портреты. Было в моей практике два мужских портрета. Я как-то так не очень загорелась этим, но потом подумала, что это будет интересно, и хочу вот посетить мастер-класс, как снимать правильно мужчин. Потому что есть свои тонкости, отличаются мужской и женские портреты. Я даже не думала. Я думала, что человек и человек, да, как бы. Ну, ты сравни меня и себя. Мне сложнее поместиться в фотографию.
Вот. И есть у меня один фотопроект, который бы я хотела прям так реализовать. В будущем, да, в ближайшем? Да, в будущем. Так-то их несколько. Это каждый раз, когда я с утра просыпаюсь, у меня в голове так, вот это. И не всегда, конечно, доходит это до конечного результата. Но я стараюсь, чтобы больше фотопроектов, которые я задумала, у меня реализовались уже в жизнь. Угу. Первый — это тот, который посвящен как раз загрязнению окружающей среды. И второй — про животных. Угу. Это моя мечта прямо с детства. Мне не разрешали родители заводить собаку. Как я вас понимаю? Да, у вас такая же ерунда. У него сейчас такая же ситуация. У меня до сих пор. И родители тоже не... Там уже другие люди. Вот у меня муж против. Можно обратиться к мужу. Да, пожалуйста. Мы хотим собаку, мы с дочкой хотим собаку. Долго об этом просим, но мы хотим собаку не просто купить, а взять из приюта. Mm-hmm. Слезно прошу, давай съездим в приют, пожалуйста. Исполните желание, пожалуйста, Мария. И у меня почему-то появилась такая идея где-то, наверное, месяц назад. Я просто бесплатное объявление разместила, что хочу поснимать хозяев с их животными. Mm-hmm. Откликов было очень много. Мы снимали фотографию и небольшие короткие видео. Людям очень понравилось. Ну, я как-то взаимодействовала с собачками. Хоть какая-то у меня радость получилась, да. Вот. И хочется реализовать большой проект, съездить в один из приютов и отфотографировать каждую собачку, с ним познакомиться, снять видеопортреты, может быть, даже про каждую, либо в общем целом про весь питомник. Ну, это достойная мысль. Да, это очень здорово. Я уверена, вот, что у вас все получится, как говорится. Вот у меня такой вопрос. Вы фотографируете сейчас в цифре или тоже как папа иногда забираетесь в ванну? Нет, я, конечно, сейчас век цифровой фотографии. Фотографирую я на цифру, да. Ну, а пробовали проявлять? Я его об этом прошу, он пока не уклонен, он говорит, блин, я все забыл. Там сам процесс вот этот проявочный, да, на фотобумаге, он очень специфичный. Может, он боится, что он забыл, но я ему подсказала, что в интернете, в принципе, вся информация есть. Мы можем этот процесс сделать, но там тонкости в том, что все настройки, это не так, что смотреть на цифру, и все настройки перед тобой. Угу. Там надо выкручивать, подмеривать, и все. То есть процесс очень сложный. Угу. Но я надеюсь, что он согласится, и мы это сделаем. Хорошо. Это уже круто. Это здорово. Да. Обязательно что тоже получится это. Вопрос, мне кажется, насущный у людей, как говорится, да, потому что многие сделали фотографии новогодние, с елками, куда-то сходили в студии и так далее. Сейчас на дворе, как говорится, январь. Так. Что сейчас фотографировать можно? Вот вы дайте свой совет. Что выложить для того, чтобы людям понравилось, да? Ну что, Новый год уже всем в социальных сетях надоел. Да. Какие сейчас, может, тренды есть какие-то на фотографию? Например, самый такой, который на поверхности. Как выйти из депрессии после праздников? О, круто. Вот, это сделка. Интересный фотопроект. Может быть, если кто-то увлекается здоровым образом жизни, правильным питанием, фуд-фотография, пожалуйста, можно фотографировать те приемы пищи, которые употребляет, например, да, человек, там, завтрак, обед и ужин. Угу. И как он подтягивается со временем. То есть был такой, как там, когда у нас праздники закончились, например, 10 января такой весь толстенький, через 7 дней такой уже подтянутый. В моем случае у меня бы две одинаковые фотографии. И, возможно, вторая даже чуть-чуть побольше. Потому что ты еще ничего не сделал, кроме сегодняшней зарядки. А нужно, как говорится, каждый день. Вот правильно Мария говорит, можно фотографировать каждый день, да, как мы выходим из этого состояния. Да. Так. Зима в этом году очень такая теплая. Никакая, да. Нет, она нормальная как раз для прогулочных съемок. Тем более снег есть, сугробы есть, можно с ним поиграть в снежки, покататься на санках с детьми, не знаю, с собаками, с родственниками, просто собраться и покататься. И съемка может длиться больше часа, потому что на улице тепло. Вот, это важно. И сейчас уже готовится, студии готовятся к празднику влюбленных 14 февраля. Он не за горами, это быстро время пробежит. Поэтому сейчас, наверное, будут востребованы love story. То есть это фотопроекты посвящены влюбленным. Угу. Вот. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, были какие-то случаи такие интересные в вашей практике? А, возможно, забавные. Забавные, да, связанные именно с фотографией. Я так и знала, что это будет вопрос. Конечно, мы любим такие вопросы задавать. На улице, когда происходит фотосессия на улице прогулочная, очень часто почему-то бабушки учат, как позировать.
Серьезно? Серьезно. Впервые это, слышу, да, интересно. Это так. Было на Октябрьском проспекте, где у нас прогулочная такая аллейка, да. Мы с моделью ходим, как раз опять была такая интересная осень, когда было очень тепло, плюс 25 было. И вот бабулька говорит, ты неправильно встаешь. Одерни юбку. Да, кстати, там была девушка в платье. Вот, надо ножку вот так и вот как-то так. А, кстати, реально получается интересно. То есть она показала, получается прикольно. Ну, мы как-то так это посетовали и сказали, мы лучше знаем и ушли. А сейчас, спустя, как говорится, месяцы работы. А это было... Топ-модель в свое время, возможно. Может быть. Вполне возможно. Вполне возможно. И так-то, в принципе, в целом особо не бывает таких особо курьезных случаев. Бывало, что, например, в студиях не работает импульсный свет. Приходится работать с постоянным светом. Это просто ну, при свете, который вот включен. Да. Ну, из любой импульсный свет... это вспышка? Да, это вспышка. Ну, в любом случае можно найти какой-то альтернативный вариант и снимать, и получится хорошие кадры. Штору вот так вот. Да. Это же нужен отдельный ассистент. Ну, что делать? Да. На съемке, кстати, очень важен ассистент, потому что если работать с собаками, кстати, с собаками работать сложнее, чем с детьми. Потому что, да, у каждого свой характер. Кто-то может просто сесть и сидеть на тебя смотреть, а кто-то может просто бегать за своим хвостом и никак уже не успокоить. Да, 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 да. А с детишками тоже забавные случаи есть. С ними, как сказать, строить кадр вообще бессмысленно. Они построят фотографа, они построят своих родителей, бабушек, дедушек, кто с ним пришел, кто с ними пришел. Но от этого и получаются очень интересные эмоциональные кадры. То есть я где-то слышал, что ребенка нужно снимать просто вживую. Да, да, вживую. То есть бегать за ним не так, чтобы вот посадить, сиди, не двигайся. Ну, как бы это нереально. Как мы раньше-то, вот тебе петух, сиди с петухом, с трубкой, телефон. А вы знаете, что откуда пошло выражение? Сейчас, подожди, сейчас вылетит птичка. Откуда? А, была ли птичка? Как думаете? Я думаю, что нет. Была, но не настоящая. Она была сделана из металла. Фотографы, которые фотографили раньше на такие коробочки, ну, утрированно говоря, они смекнули, что детишек не успокоить, потому что раньше снимали, это не так, чтобы чик-чик, шторочки, да? Нужно было сидеть около 4 часов неподвижно. Серьезно? Да. Первая фотография, которая получилась, ну, она получилась, правда, черно-белая, она экспонировалась 8 часов. То есть человек захват. 8 часов ждал? Там не было человека, там было просто фотографии из окна. Так вот, когда более-менее усовершенствовался этот процесс, но все равно... процесс съемки, процесс кадра заставлял человека сидеть непрерывно 4 часа. Снимали же тоже и детишек. Ну вот смекалистые фотографы придумали поставить на такую ножку птичку. Вот, и говорили, смотри, сейчас вылетит птичка. Они-то думали, что она полетит, но они еще издавали звуки. То есть они привлекали внимание детишек, чтобы они там не убегали, не плакали. То есть сидели. Были дети, которые за 4 часа не могли смекнуть. Ну, разные детишки были. Нет, я ничего не говорю, я шучу. Вот такой вот интересный факт происходит. Что вот вас лично в последнее время вдохновляет очень сильно на съемку? Вдохновляет фильмы. Фильмы прям вдохновляет. Мне нравится смотреть фильмы и разные, не только которые сейчас популярные, вышедшие, но и старые. За период новогодних праздников мы посмотрели, которые транслировались по телеэкрану, фильмы достаточно старые, где белозубые, как сказать, кучерявые, где есть приемы фильмов, когда выделяются просто глаза, то есть определенные светосхемы. Вот. И они сейчас вдохновляют. Вот будет фотопроект у меня скоро, где будут задействованы модели, визажист, стилист, посвящен он 70-м годам. Мне нравится... Те образы в 70-х годах по одежде, по стилистике, вот, и будем воплощать это в жизнь и коллаборировать с тем, что модно сейчас. Вот.
Вот так, это будет здорово. Ну что, друзья, я хочу вам пожелать того, чтобы вы никогда не боялись своих идей, могли прийти к любому фотографу, и в частности к Марии, и рассказать о них, потому что я знаю, что фотографы всегда загораются от некоторых идей, хотят обязательно это воплотить, но если идей таковых нет, то можно прийти и сказать: хочу классную фотографию. Мария, как мне сделать? Мария, мне кажется, подскажет вам сотни вариантов. Мария скажет просто: пойдем. Пойдем. Как обновить ваши социальные сети, как сделать так, чтобы вас показать во всей красе, об этом знают, конечно же, профессионалы. Ну и, как сказала Мария, что главный тренд это сейчас, вот на ближайшие несколько дней, это то, показать себя во всей красе, конечно, сделать себе фигуру мечты, поэтому прямо сейчас начинаем уже делать зарядку, и можно в это время начать себя фотографировать. Бодрого утра. Бодрого утра.